20, 21 января. Выступаю. 50 килограмм. Пофиг, Ваня. Меряю. 55 килограмм. Акрим Александр. 60 килограмм. Выступают Катарбай Вячеслав и Мирча Станислав. 66 килограмм. Михайлович Евгений. 73. Чикой Александр. 90. Раевский. И девочки выступают. 40 Тону Яна. 48 Лунгу Людмила. И 52 Попа Юля. И Бастан Маричика. И в 63 килограмма, завтра будет вес, будет выступать Бирюкова Юля. Тренер команды Каталуковка Сергей Анатольевич. Да. Покажем поближе судей. Следующий персонал. Это у нас судьи. А судьи кто? И общая картина. Первый день участвует 15 команд. Нет, 17 команд. И 517 человек. Зал института физкультуры. Оп, все, и пошло, да. Сейчас мы снимаем соревнования. Да. Стараться не поменьше. Вот. Все, сейчас мы снимаем. Мы увеличиваем. И показываем. Посмотри внутри. Внутри есть. Так, и вот я сейчас покажу всех судей. Это судьи международного турнира. Внимание! Первый ковер. Представители спортсменов, зрители, мы начинаем традиционный международный турнир по дзюдо «Олимпийские надежды». Это старший тренер. Первый день наших соревнований будут бороться в весовой категории. На первом этапе борются мальчики до 50 килограммов, девочки до 48 и 44 килограмма. На татами 2 борются мальчики весовой категории до 46 килограммов и 55. Здоровым, да, сегодня тот здоровый, да, здесь это стабильно живется. В черной майке, видишь, ты пустые. Готовится, приглашается на татами со счетом 7-0. Видишь, синий кимоно, ты не зубы. Видишь, синий кимоно. А, и за ним в черной майке. А. Да, у него такие руки. Вот. Саня начинаю бороться. Такая бенцохана, такая грустная. 8-1. Реально. Давай, ты начал. Вот ему не везет, нам завтра. А? Контрабах. Нет, годи назад. Мельничка. Видно, на что он был. Вот что эти мельничка. Там вонючку они все держат. Пускай они идут на... И что? И что ты отсюда сделаешь? Получишь это у вас. Вон получится. Ну, контрабас.
Легал. Да что ты делаешь? Контрабанда. А что я на мат не... Я на мат не чувствую. Это... Раз мат. Катарба его не вводит на бросок. У тебя всякие прямые руки, девочки. Да-да-да, у него все ужасно. Разведи, разведи, разведи его. Ну не. О, есть, есть, оценка, оценка, оценка. О! Такую хуйню, блядь. Он замучил на его. Вонючку типа. Он его не вытянул на... Это просто сам вот этот снимок, он сам возмутил. Это плохо скучно. Да ну да, не. А, он еще и борется с этим зверем. Ну как бы не. А не область, Молдова, ничего не будет. Смотри, уже сейчас убежит. Не, он его ногу подходит. Не важно. Да, на него быстро. Вот рыжий, вот понимаешь, это... Не, как это выпитывать? Забыл, забыл. Близнец нахуй привез, они с ним одним поехали. Не, я не думаю, что Петрухук дал деньги на одного. Почему нет? Ты жирный? Ну, может, он единственный, 91-й. Где этот посяг? Ну, его з. Его так отрывают, я тебе говорю. Сейчас идут, надо звонить вечером, когда они закончатся, что сейчас будет. Заебали меня, бля. Как охлахло. Вот он. Вот он лошок. А нет, прикинь, он кинул. Он по заре сделал, окей? Рыжий. А, нет, стояночка. Рыженький нихуя не сделал, я запал. А ты должен снимать это, Молдова. Я их снимаю. На первом этапе пошла последняя минута встречи. Так а кто сделал? А? Кто сделал, рыженький или рыженький? Рыженький получил шит, и ему еще две оценки сделали. Ему, короче, сделали одну Вазари и Попу. Ему, рыжему. О, еще Япон. Рыжий мудак. Я тебе что? Вот я смотрю, потому что больше вот рядом с ним. Сейчас? А мы снимаем. Что, снимаем? Ты снимаешь? Да, хорошо.
Да? Ты увеличил чуть? Нет. Блядь. Да нет, я же мастер. Я же крутой оператор, нахуй. Псевдоним у меня Спилберг. А тому Шида дали. А, Мерчу выпил. Мерчу этому... А, не, одинаково. Вот по одному. Да, по Шиду и по Коке. А что он Мерчу делает? Он не имеет права на Шиду. Нихуя не давай. А, второй Шида меч. Вот так и надо. Он просто позволяет. А с ним? Сейчас же ему... Ты, я пригласил ему до третьей ошибки. Я пригласил ему их 4 года. Ну возьми захват свой и выйди. Да что ты вообще? Ну да. Вау, какой стиль. Так красиво нахуй воркнулся. Блин, все, пока, Мирча. Мирча видел. А?
Мирчи видел? Конечно, видел. Мирчи видел? У Мирчи два шида, одна кока, у твоего юкова. Мирчи придет, пожалуйста. Да, Мирчи придет. Два шида. Ты принес. А ты на украинском.
Дмитрий приглашается. Это Чечня, Андрей. Где? Майя. Приглашается. Липовок Роман. Украина Зайченко. Алексей Украина. Наши кочевники. Приготовиться Иванюк Максим, Украина. Рамишвили Мирон, Украина. Она-то черная. Ой, а ты что ты хочешь такая черная? Черненко Георгий. Спиртёк. Да, Юрас, ну давай, хоть и можешь. Тебе легче будет. А, качок поставил. Она будет смотреть за вами. Приготовится. Старший у нас. Романюк. Сделай, как ты сделала Мирча вчера. Ты что, оп, вела, оп, удар. Ну все, ты попала, тёп. Вот на тебе, базарь, аюта. Сейчас я тебя задушу. Ну, Матэ, ну что это такое? О, там еще один МД. Плохо с собой. Саша. О, качка бросил. Да, на что? На пар, там зато твой. Мат, тут Иван довольно-таки мёртв, твёрдый. Тут я бы не советовал пар. Вообще. Не обижай, ковёр. Да ты так. Сколько? Даже их, да? Что ты делаешь вообще? Ты что можешь заводить? Леша, о, эти табло уже работают. Леша, да. Идет. Ты качок, ты что вообще путаешь? Давай, качок! Встречу выиграл Стоянка, Дерек, Молдова. Давай, качок, твоя. Мешок смысл. Да я просто жопу поправил трусы. Давай, качок, твоя. Смотри, она сделала в Азаре двоюга Япон. Нет, там два Базара. В этой встрече мы держала руку. По клану. Ладно. Серега, я вот это вот подходит. Приготовиться к встрече. Я с ним нажал. Легко. Андрей, Украина, Кабардино, Вячеслав, Украина. Батя, не кричи. Тут нами не приглашается Иванов Дмитрий, Украина, Пономаренко Сергей, Украина, готовится. Назарь Арина, Беларусь, Сулейманов. Ну, какой мой рот. Ахтер, Иванов Дмитрий, Украина. Иванов Дмитрий, Украина. Щи за придурок.
Опять танцевала эта девочка. А? Опять танцевала эта девочка. О, смотри, Лёха. А вот. Сашка, смотри. Что? Да поснимай её. О, пиздец. Я не урбач, но просто МД на спине, а что, спорно? А, у него реклама этого банка или что? Да, вот такой. Да? Это значит, не вот такой банк, не особо тупорылый болван, на то время. Особо тупорылый. Да нет, здесь только рез, здесь больше ничего, никак. Да ну на. Заплетает, как всадник без головы. Но он не рискует, он хочет. Только чувствую меня.
происходит? Скажи, что мало. Сюда. Они будут дополнительные. Походу дополнительные? Да. Да. Нет. А как? Встречу. Но взвесись еще раз. Давай взвесись. Thank you.
Блять.
картину. Что, проиграл? Да. Кто боролся? А кто боролся? Девочка уже. А я ничего из тех, которые у нас жили еще. Да? Мэтт, ты имей в виду, что запись идет. Да, да. Чтоб неправильно. Пацаны, придем за шпилем, хорошо делать, да? Да, шпилем, придем. Что мне хорошо делать? Вы худеете, я буду. Где? Третьем? Маричиха. Слушай, парень, ну что, ну как, мне так очень пытался с ним играть. Со мной? Зевер, все. Леша. Дарья. Дарья. Константин. Не, ну что, что-то прикольное. Да мы отсюда не выйдем, блядь, еще в ближайшие минуты. Молодова ночка выиграла? Ааа, как не могла. Идем на сзади его главного соперника. Уезжаем. Ставь мы сейчас. Что? Все снимай, лечи. Снимай. Ну, папа, ты что? Очень закрытый окно снимаю. Надо сказать. Давай. Чика сделала в Азаре. Что-то не видно. Тебе звонят. Алло. Алло. Алло, ну я, короче, завтра борюсь. А сегодня только до 60 килограмм. Ну да, более-менее. Что, сегодня уезжаешь уже? Да, хорошо. Да. Это вторая ходочка. Сергей Анатольевич, слышу. А? Держи, держи. Сергей Анатольевич, ты отсюда слышишь, Сергей Анатольевич? Да? Так, орёт.
Чика! Мы здесь за тебя болеем. Смотри, Чика навернулась. Она зашла, короче, на заднюю, она стоит. Ты такая, хоп-хоп-хоп, вытащила ногу. Батя, не крути шарман. Как на музыке, да, не знаю. Смотри, Чика головой в ковер наткнули. Кока еще, кока. Училка по музыке. Мы на воде шарлак купаться. Она говорит, да, да. Она не любит. Ей можно ее отпустить. Да, 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 она не любит. Она не спорит. Ну, блин. Морячик, короче, держали. Вот так. Морячика, ты родная, ты меня. Молдова все поторвет.
Чистым броском встречу выиграл
материшься. Женя, не матерись, хватит уже. Всю кассету испортил, На тебе. Всеми головами. Сел на подземелье. Катарабай выиграл. Ты видел? Чем? Эту. Какую вонючку? Типа меньше, только с ногой одна перекатка. Как ты, как в прошлый раз? Маша, помахай ручкой. Пацаны. Помахай ручкой, Юля, нет, вот это, о, улыбнись хотя бы. Помахай протоколом, помахай протоколом. А, вин я нашла. Нашла 102, вот конечно. Это мой. Это для этого, в лицей, чтобы он знал, сколько народу здесь Доналд Евгений. Первый ковер. Второй ковер. Третий ковер. Выступает 17 стран.
Чемпион. Ой, бля, нихуя себе. Это я. И снова Ваня. Угомонишь себе. Пора на капопа маленький. А пропусти нам попа первый. А вообще. Готовится 60 кг встречи на Украине с учетом, что не было.
Я ж мозаїк. Пусть, Марія, пусть! Я один. Мозаїки там вже сад. Зачем тут вообще? Все, Мария. Вообще теперь. Мене не склонила вара, все среди меня. Лева за то, что за Европу. Да, кто там? Да, кто там? А сейчас? Да? Адреса? Ворона,
борьба за третье место. Весовая категория 40 килограмм. Хорошо, 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 аккуратно, Диана. Держи, держи ее там. За ковер вышла. Ну-ну-ну, не дать, не дать, не дать, не дать. Аккуратно, Дианка. За ковром поем. Белая за ковром. Вперед, Диана. Центру, Диана, центру. Диана, центру. Хорошо, хорошо, браво. Центру, Диана, центру. Доу. Уно, дой, раз. Дальше, 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 дальше. В центру! До конца! Дави, 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 дави! Хорошо. Браво, браво, браво! В центру, доль... Два шага вперед туда. Диана, Диана, в центру! В центру! Диана, в центру, в центру, Диана! Хорошо, сама, 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 дыши! Дыши! Дыши, 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 дыши! Браво, браво, браво! Давай, 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 давай! Ушла! Ноги, ты что? Ушла! Диана, ты что? Я в шоке. Ну, Диана! Ушла еще, еще! Ползи, ползи, ползи! Уходи, уходи! Уходи! Еще чуть-чуть, ушла, ушла нога, ушла, все. Хорошо, Диана. Дальше, дальше, дальше. Активнее, Диана, юбка, проигрываешь. Центру, Диана. Ушла, шире ноги! Вытащи руки! Вытащи руку! Диана, надо еще одну шида, Диана, чтобы она получила. Диана, в стойку, Диана! В стойке бороться, Диана! Первая, первая! Достала, достала, Дианочка, достала! Вот, вот, вот! До конца! Голову выше! Голову! В стойку, Диана! В стойку! В стойку! Диана, в стойке бороться! В стойке, в стойке! Еще раз так! Еще раз! Сама Дианочка! Давай, Диана! За ковром ходит, за ковер выходит все время. Шидо, за ковер. Янка осталась. Центру и... Тисни, Диана, тисни. Здесь, в стойку. Диана, в стойку, Диана, в стойку, Диана. В стойке борись, в партере не борись. А Диана?
Ага, Диана, только стойки. Центру, центру и тисни. Свой, отворот. Отворот. За ковром гуляет. За ковром выходит. Диана, нужно еще раз. Диана, еще раз. Центру и тисни. Тисни, тисни, потом свое. Бери захват. Вот, дерг. Не борется. Тащи по ковру. Не борется на коленях. Не борется белая. Диана, активней. Левой рукой захват. Встала в стойку. На коленях. Не дала встать. Встала до конца. В стойку. Диана, в стойку. Диана, до печоре. Печоре, Диана, печоре сразу. Печоре. Поклониться. Выдергивай локоть. Локоть выдерни. Эй!
На данный момент мы начинаем сборную нашего сборной Артем Израиль занял первое место. Готовятся девочки из своей категории 48 кг. Победил украинец и белорусы. На данный момент победу одержал Валерий Привезенцев, Украина. Нет. На месте. Ушла. Аккуратнее, Людка. Правую ручку нужно выключить. Ее правую. Вот. Что делать? Вот. Вниз. Хорошо, Люда, хорошо. Хорошо. А я так, молодец. Вот так. Да, вот так, Люда. Не меняй так же. Хорошо, Людмила. Хорошо. Ручки, все, ручки, нормально. Мате. Хорошо, Людочка. Терпеть, Люда. Терпи, Люда. Сильно быстро нет. Так уходит от борьбы. Два шага назад шито. Что она все время уходит? Смотрите, все время уходит от борьбы. Вообще не берет, захват уходит. Два шага это шито, я знаю, так, по правилам. Не дай встать! Не дай встать, Люда! Все время уходит назад! Шаг назад, вот смотрите, шаг назад, опять без захвата, шаг назад! Сколько можно уходить? Люда, центр!
сразу ножки, Люда, сразу подальше. Центр, центру. Центру. Посмотрите, опять назад без захвата идет. Опять назад, сколько можно? Без захвата уходит назад. Опять назад. Все время уходит назад. Дальше. Стягивай. Люда, выше голову. Сверху сама. Центру, Люда, центру. Гоу, гоу. Центру. Опять, смотрите, уходит без захвата. Опять шаг назад. Опять. Сколько можно назад уходить? Уходит назад. Назад же уходит. Тяни до конца. Есть, юг. Юка. Люда, только так. Центру, Люда. Опять назад уходит. Свой. Только свой, Людка, сверху. Сверху. Давай, давай, локоть, локоть. Вот, вот, хорошо. Люда, центру. Опять назад. Все время уходит назад, судьи. Это же не дзюдо, когда назад. Шида же назад. Аккуратно ножки. Ждет, пошла! Юка! Юка, ну что, разведет? Дальше держать, Людка! Аккуратно, Люда! Не вставай! Не... А, пол! И пол, судьи! И пол, судьи! И пол! Бросок! Судьи, оцените бросок! Бросок, судьи! Какой спарта? Кто был спарта? Встали, стой, побыл бросок! Судьи, оцените бросок! Бросок, оцените, судьи! Зацеп голени! Руками. Дальше ноги! Держись! Люда! Центру! Центру! Двумя руками захват! Доу! Доу! Захват! Приза! Доу! Люда, не на колени, ближе! Держи, держи, вот, встала, сама, работай, работай. Хорошо, к центру, Люда, к центру. И тыни, тыни, тыни. А, Юка, синий Юка. А, Людка, молодец. Это борьба за третье место весовой категории. 55 килограмм. Борется украинец и украинец. Уху, украинец. Ради на их, второй. А сейчас иду. Ше! 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 Ше!
Над нами один чистый победа держал Нелин Ига и занял третье место. Борьба за третье место на своей категории 52, международный турнир, кадет, Киев, 2007 год, 20 января. Это призы, которыми будут награждать участников, которые заняли первые места. Это судьи, которые заслуживают Молдова. Которые не любят Молдова. Это молдаванка, которая хочет занять третье место, которое заслуживают судьи, которые с Украины. Но мы будем бороться. Счастье тебе. Сама, держи ручку! На мельницу! Держать ручку. И до конца! До конца, Люда! Все хорошо, но жестче надо. Так же, Владимир Подпород. Держи, вот ручку. Повыше правой, вот. Не давай поезд! До конца! Не вставай! Поезд! Морячика поезд ни в коем случае! Давай! Держи ручку! Блока держи. Терпи. Морячика сверху не давать. Хорошо, чуть-чуть сама. До конца. Машка, соберись, Маша. Последняя схватка, Маша. Ты что? А ну покажи, что есть силы. Отворот. Переворот, Машка. Вдох, выдох. Машуня. Маша. Машка, интуар через. Если отдала, то это арчере. Сама. Ничего, есть время. А ну, потерпеть, Маша. Последняя схватка, Машка. Ну, Машуня. Переворот, Машка. Маша, переворот! Захват! Выключи руку! Давай! Давай! Вот! Свое! Выше голову! Маша!
Она Петрина Людмила Олеговна Мужина, Россия. Замотали нас. Лёха, через другим. Саша, есть две гривны. А что ты хочешь? Кому? Мы не так тебя разыграли. Мы сейчас разорвет его. Давай, давай. А у нас с кем? С Литвой, что ли? Да. Сейчас ее вдруг. Ленин, я попросил не материться. Сечки не может. Хорошо, технично, но смотрите, тоже неплохо, такой хорошо отвечает. Вы с ним согласны, Алексей? Нет, мне кажется, Молдова более лучше борется. Алексей, вы идиот. Что вы по этому
наши турниры. Увидимся через неделю. Thank you.
Все, она выиграла. Oh.
Пусть тут будет еще. Покажи. Сейчас он идет. Честь и поздравления на встрече в таком мероприятии выиграл Лавалья. Попробуй нам.
остался, да? Не, мы поехали, устроили все и... Да. Пообедали место вам. Я поздравляю вас с А, там это, да? А мы тоже там недалеко. Ладно, классно. Подловил его.
Еще это должно, да. Вот так. Юля, ты бы улетела уже давно. Да, макет мальчика на финал. Макет? Еще одну финал. Да. Еще одну и забыл. За полотна. О, хорошо. Держать! 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 Держать ее!
Там так Господь не испугался. Это не девочка, это мужчина уже. Блин. На прошлом году стало первым. Все. Кстигаешь и лоб ты. Ешь и лоб ты, бэ. Снимать попка. Давай, бэ, попка, рок. Давай! Что-то не нравится? Сейчас тебе понравится все. Серьезно. Бег!
Гарри там же. Гарри Даль? Да. Еще куда? Смотрят, как знак.
что за фигня около минус 2? Yeah.
21 января 2007 год. Борется 66 килограммов. Миха Лович, 73 Чекой и 90 Райер. Тренер Чудович Альфович и казак Виктор Всеволодович. Тренер Корка Каталотенко Сергей Анатольевич. Разминка. И, да, 73 борется Бирюков Валерий, тренер Каталотенко. Thank you.
наши добрые кислоты. Приготовится Каганова. Качук Светлана. Украина. Кулибич Дмитрий. Украина. Ковалев. Майс. Thank you.
время под контролем центральной судьи. Thank you.
Написано R час 11. Что это такое? Мирчик, чуть-чуть подвинься, надо присядь сюда. Сбоку, видишь? И еще. Вот я тебя записал. Так. Вышла эта штучка. Я как бы... Ты там боролась. Потом... Я хотел бы, оно остановилось, и все, и вообще ни вправо, ни влево обнулилось. Или ты не очень, да? Я себе. Специально, да, Андрюха? Хорошо, что лапшу не повесил. Я же вам дал. А, вы поехали. Саницкая Татьяна, Украина. Камера фиксирует... А, сейчас, вот она. Подождите, не уходите, две минуты. Люда, не уходи две минуты. Кимоно нужно будет отдать. 63 килограмма там, они, наверное, где-то сверху. Люда, потом подойдешь к каждому этот. А камера зафиксирует это... Сидят наши пацаны. Андрей, аккуратно, стулья не держатся. О, Влад, помаши рукой. Ну, помаши рукой. Привет, Санек, помаши рукой.
Да, бери. Дианочка, помаши ручкой. Улыбнись. Ну, улыбнись. О, молодец. Вот там еще. Так. А ну. О, Стася, улыбнись. Помаши рукой. О, Маричика. Да. Сейчас. Где он? А, сейчас. Люди, Маричик, помаши рукой. Юлечка, помаши рукой. Юлька. Ванюша. Вань, помаши рукой. Ну, Ваня, ну помаши рукой. Молодец, Ванька. Все нормально. А, вот. Вань, ой, нет, здесь у вас плохо, потому что она на свет идет. Так. И сейчас у нас тяжи. Пожалуйста, Людмила. Там третий призер наших соревнований. Чехой, да? Хорошо, молодец. Не иди за ним. Хорошо. Не. Вот, не дай, задушить. Хорошо. Хорошо. Сам, навязывай захват. Вот так. Центру спиной. И, аккуратно, молодец. В центре. Два шага в центр сразу. В центре с той спиной. Два шага вперед. Вот. Выход за ковер. Свободный. Все время в центре. В центре стой. Вот. За ним не бегай только. Вот. Хорошо. Разверни центр. Ушел. Душить. Следующие тяжи после первого круга 73, нам, да? Лёха, ты там? Нет, плюс... А я смотрю, они... Есть Емельяшкевич, по-моему, один раз начал, второй раз. По-прежнему не боял баланс. Значит... Да, уже второй. А у меня что? Смотри. Ну, я, по-моему, тоже смотрю. Молодец. Борется. Скидывай соревнования, правда? Скидывай.
вывеска такая самого, да? Ярко смотреть. Василий. Алло, Алексей Николаевич. Алексей Николаевич. Родное, что вы видите? Написано R, час 11. Что это такое? Мир, чуть-чуть подвинься, наверное, присядь. Вот, сбоку, видишь? И еще. Вот я тебя записал. Так. Вышла эта штучка. Я как бы... ты там боролась. Потом... я хотел проверить, оно остановилось, и все, и вообще ни вправо, ни влево обнулилось, все. Или ты не очень, да? Я себе. Специально, да, Андрюха? Хорошо, что лапшу не повезло. Я же вам дал.
вы поехали. Саницкая, Татьяна, Украина. Камера фиксирует. А, сейчас, вот она. Подождите, не уходите, две минуты. Люда, не уходи две минуты. Кимоно нужно будет отдать. 63 килограмма. Там они, наверное, где-то сверху. Люда, потом подойдешь к каждому этот. А камера зафиксирует это. Там, где сумка. О, сидят, в случае, аудиторию там. Сидят наши пацаны. Андрей, аккуратно, стулья не держатся. О, Влад, помаши рукой. Да. Помаши рукой, камера. О, привет, Санек, помаши рукой. Да, бери. Дианочка, помаши ручки. Улыбнись. Ну, улыбнись. О, молодец. Вот там еще так. А ну. О, Стась, улыбнись, помаши рукой. Маричика. Да. Сейчас. Где он? А, сейчас. Любит Маричик, помаши рукой. Юлечка, помаши рукой. Юлька. Ванюша. Вань, помаши рукой. Ну, Ваня, ну помаши рукой. Молодец, Ванька, все нормально. А, вот. Вань, ой, нет, здесь вас плохо, потому что на свет идет. Так. И сейчас у нас тяжи. Пожалуйста, Людмила. Там третий призер наших соревнований. Вот сейчас. Чекой, да? Хорошо, молодец. Да. Не иди за ним. Да. Вперед. Сейчас надо отступать. Надо отступать. Где вы захват? О, хорошо. Сорвать. Хорошо. Будь. Не. О, вперед. Вот, снизу, молодец. А ну, вот, не дай, задушить. Хорошо. Хорошо. Сам навязывай захват. Вот так. Центру спиной. И, аккуратно, молодец. В центре. Два шага в центр сразу. В центре с той спиной. Два шага вперед. Вот. Выход за ковер. Свободный. Все время в центре стой. Вот. За ним не бегай только. Вот. Хорошо. Разверни центр. Ушел. Душить. Хорошо, в центр спиной. Два шага вперед. Так же захватами. Вот. Центр спиной. И. Пошел. Вот так мне борется. Хорошо, на захватах так же, не меняй ничего. Так же. Только голову вот... Хорошо, молодец, выше голову. Разворачивайся чуть-чуть. Хорошо. Хорошо. Смотри, вот ты через плечо. Вторую ручку тоже чуть впереди. И до конца! Хорошо, не дай встать ему. Пошел, работай. Вот так, хорошо, молодец.
Сразу два шага вперед. Два шага вперед. Два шага вперед. Также только, смотри, через плечо аккуратно. Вот, 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 вот. Аккуратно, аккуратно, руку. Пошел, ушел, ушел. Пошел! Хорошо. Там, там, Борис, 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 Борис. Аккуратненько, Борис. Хорошо, молодец. Правую ручку, смотри, аккуратно, не отдавай. Чтобы он не взял правую свою. Левая, левая, отворот. Тот же захват. Вот. Вот так, молодец. Пошел переворотик, вытаскивай. Хорошо. Борис Партери, Борис Партери. Борис. Хорошо, хорошо, хорошо. Два шага вперед. Два шага вперед. За что? За что Шида-то? Блин, атакует, атакует, Шида дает. Я в шоке, блин. За то, что они борются, а почему он на коленях все время? Хит. Сколько нужно атаковать, чтобы дали другому Шида? Посмотрите, кто атакует сейчас? Кто атакует? Теперь пошел! Вторым работай! Давай, 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 вдох, выдох. Белый все время атакует, а дает Шида ему. Кто в центре стоит? Опять белый. Пошел так же захват, пошел. Пошел, пошел, дыши. О, опять на коленях. Все время на коленях. Два шага вперед. Я за что? Вы, судья, вы что делаете? За... Я в шоке, блин. До конца. За что Шида-то? За то, что не борются, да? Стасик, чуть-чуть активизируйся. Ты видишь, нужно броски делать. Пошел, пошел, второй захват. Второй захват. Пошел, вот, 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 пошел, пошел, пошел. Гоняй его ногами чуть-чуть. Давай работай. Ай, оценку давай. Сколько? Стас, нужно загонять, понимаешь, там юка. И что, вот это что? Это что? Это просто подвернулся. Фальш-атака была. За это же... Борется Лысенко, Молдова, Лаленко, Украина. Пока нормально. Пока нормально.
Молдова, Беларусь. Ну, думаю, там. Пацаны, идите туда нафиг. Ушел отсюда. Вот туда вниз и бегайте. Заколебали. Смотрите коряка, потом скажете Раевскому 90 килограмм готовится. Раевского потом не найдете. Я понял. А что вы здесь стоите? А? Друзья, соперник. Thank you.
Чистая победа одержал Асин из Беларуси. Инчайка с ЛДС легла. Грегер Богдан, Украина. Внимание, доктор, первое задание. Получится. Приготовиться.
хорошо? И до конца ее держать. Еще раз. Ручки убери. Забеги назад. Назад. Еще чуть-чуть. Еще. Хорошо. Оценка. Подергай, подергай, подергай. И до конца. Ушел, ушел, ушел. Встань, встань и переверни. Работать, работать. Вот так пошел. Хорошо, хорошо, не прекращай, работай, работай. Юка. Давай, 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 давай. Тот. Не меняй захват. Достал вперед, вперед нужно. Пояс и вперед, передний. Четче пояс бери, Алексей. Не знаю, это не может просто, как бы я. Назад! Алеша, достать пояс. В Заре проигрываешь. Пояс, пояс. Встал в стойку. Встал, не Борис Партери, встань. Борис, в стойке, Борис. Сверху, сверху за пояс. Свой, свой захват, сверху за пояс. За пояс, за пояс, за пояс. Вот, пошел. Пошел. Thank you.
Роман.
ну, все кончишки.
Thank you.